Итак, привет тебе, чувак, или кто-то там за экраном, не знаю. Сегодня будем готовить огроменный сэндвич из грузинского лаваша. Вот такой вот у нас лавашик запеченный. Тут такой, тут у нас курочка. Так, нормально, короче. Сейчас я подготовлю все ингредиенты и покажу, из чего у нас все это дело будет состоять. А потом мы это все дело сфигачим в один огромный лаваш. Ну, как лаваш, сэндвич у нас будет вообще-то из лаваша. Так что сейчас займемся делом. Так, теперь посмотрим, что у нас тут за ингредиенты. Первое у нас будет кетчуп, потом майонез, горчица. Это у нас типа для, ну, типа для соуса, чтобы намазать все это дело. Так, сыр плавленый, листовой. Вот такой вот. Потом два помидора розовых, два огурчика маринованных, петрушка, вот она, лучок одна штука, болгарский перец одна штука, листья салата, и, конечно же, сам лавашик и мясо, которое я уже замариновал. Маринад можете взять обычный магазинный, я взял там с чесноком, еще с чем-то, короче, с черносливом. Кажется, вот, для курицы. Вот, собственно, и все наши ингредиенты. Так что сейчас мы это дело будем нарезать и потихоньку укладывать на наш лавашик. Вот так вот. Так, и, кстати, забыл сказать, что мясо мы для лаваша обжарим. А потом вот эти вот кусочки, которые дольками такими нарезал, длинными вдоль резал эту, как ее, куриную грудку, сиську куриную, или как там ее. Короче, мы это дело обжариваем и потом выкладываем на лаваш. И по поводу лука. Лук мы сырым выкладывать на лаваш не будем. Мы его предварительно проварим, вот, чтобы у нас был он мягенький и, так скажем, на вкус не такой термоядерный, ну, как лук обычно. Не знаю, ну, кто как любит. Если хотите, можете выкладывать сырой, но я люблю, когда он проваренный или обжаренный. Вот так. Так, у нас уже вроде как все готово, я все нарезал, наварил, нажарил, и сейчас будем выкладывать наше мясо на лавашик. Так, потихоньку так берем. Вот так вот, и раскладываем. Так. Что у нас там следующее идет? Следующее у нас вот это. Что вообще надо, наверное, было не так немножко сделать. Сейчас мы туда листья салата положим. Надо было сначала листья салата, а потом уже мясо. Ну да ладно, хрен с ним. Так, листья салата у нас больше для декора, чем для вкуса. Значит, огурчики у нас идут. Так, выкладываем их так аккуратненько. Я их нарезал вот такими вот дольками. Выкладываем. По всему у нас тут, понимаешь, периметру, чтобы было. Так, аккуратненько. Вот такой у нас толстенький, однако, получится. Да, такой, елки-палки. Так. Во время приготовления пищи не грех будет что-нибудь затопать. Вот так вот. Так, помидорки выкладываем. Так, хорошо. Хорошо смотрится. Вот это сэндвич будет, так сэндвич. Так. Вот так вот мы все это дело притрамбуем немножечко. Чтобы оно у нас не подымалось тут. Так, теперь выкладываем наш лук, который я проварил, что-то капает немножко, так, лучок, вот так вот, посыпаем все это дело нашим лучком, отлично, смотрится просто великолепно, замечательно, шедевр у нас здесь зарождается, так. Мы это все дело притрамбуем.
Притрамбуем, притрамбуем. Вот такими вот этими самыми. Так. Теперь мы сейчас намазюкаем майонезом. Майонезом. Всю эту биомассу. Так. Ну, сейчас надо было майонеза еще докупить, а то что-то как-то маловато. Ну, на этот лаваш, в принципе, хватит. Вместо майонеза, кстати, можешь использовать этот, как его, сметану. Тоже, кстати, очень неплохо, да, подходит. Вот так вот мы это сейчас размажем. Что-то чуть-чуть руки вымазал майонезом. Ну, да ладно. Так, сейчас мы это дело вытрем и размажем. Возьмем вилочку. Вот так вот ляп-ляп-ляп поделаем. Вот такой вот. Все равно сверху у нас все закроется, да? Вот так вот. Есть. Теперь кетчуп. Сейчас мы это все дело кетчупом зальем. И сверху еще горчички добавим. Вот так вот. Так, а, не только... А, нет, все правильно. Все той крышкой закрыл, а то еще так. Перепутал. Так, надо выкинуть все это дело, а то я не туда кинул. В раковину положил. Пустую упаковку. Так, теперь горчицы. Горчицы много не надо. Полосочки, я думаю, тут хватит. Сейчас мы ее так размажем немножко, чтобы нормально было. Возьмем уже ложечку. И все это дело вот так вот. Обильненько так. Какая вкуснятина будет. Горчица положили. Теперь надо нам выложить сыр плавленый. А, подожди, забыл еще ж за болгарский перец. Вот так сверху мы положим это дело. Вот так вот. Болгарский перец я не проваривал. Обычно его сырым едят. Вот поэтому я его решил так вот выложить. Значит, тут у нас клетчаточка, понимаешь. Болгарский перец. Вот, лучок, помидорчик. Салат. Вообще прелесть просто. Это же идеальный завтрак чемпиона на массе. Ну, если ты прикинь, массу набирать вот этим вот делом, отжраться. Это же просто масса должна быть не только полезной, но и вкусной. Вот так вот мы это все дело сейчас аккуратненько выложим. Вот. И гляди, как аппетитно смотрится там. Просто прелесть несказанная. Так. Вот так вот. Сыр у нас здесь я взял положить штучек 6, кажется. Да, 6 штук я взял. Нам еще 3 осталось. Вот. Кстати, можешь даже этот самый, после того, как все выложишь, можешь еще поставить в духовку минут на 30, чтобы это все дело вообще так прям ух было. Ну, я в духовку ставить не буду. Не просто потому, что мне впадло, а просто потому, что у меня времени нет, мне сейчас бежать надо. Вот, а так как снимать потом я не хочу, да и времени, собственно, не будет, я все это зараз сделаю. Вот. А может и потом в духовку поставлю, посмотрим, как оно будет. Вот. Так, последний кусочек сыра выкладываем. Здесь просто, что как бы особо готовить надо, потому что, в общем-то, это уже продукт готовый для употребления. Лаваш готов. Некоторые продукты, которые нужны, уже проварены, прожарены. Сыр у нас плавленый, его не нужно в духовку ставить надолго, да? Ну и вообще как бы в духовку ставить не надо. И сейчас мы выкладываем наш шапочка вверх. Придавливаем вот так вот. Все, бон аппетит, товарищи. Сэндвич у нас-то готов к употреблению. Можно нарезать на 4 части и есть. И сейчас мы его внимательно так поближе посмотрим. Вот наш сэндвич, как он у нас выглядит. Вот так вот выглядит он у нас.
Вот такой вот кругленький весь, красивый. Вот он. Наш сэндвич. И ничего не течет, смотри. Видишь, да? Ничего не течет, все в порядке. Огроменный сэндвич-лаваш. Вот такой вот у нас лавашик будет. Так что готовь себе пожрать вкусно. Много на массе надо отъедаться. Поэтому слушай дядю Сережу. Вот так вот. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Комментируем видео. Всем спасибо. Пока.